Мы на Каннском фестивале. Я вам представляю композитора Евгения Гальперина. Он написал музыку к конкурсному фильму Асгара Фаради «Прошлое». Я не знаю, как он будет переводиться на русский язык, по-французски «Le passé». Евгений Гальперин – французско-русский композитор, можно сказать так. Он живет в Париже много лет. Я представляю ему слово. Да, я в Париже уже, наверное, больше 20 лет, уже перестал считать. Где вы учились? Начинал я еще в Москве, в Нестерском училище. Учился под классом кларнета. И фортепиано, естественно, и все, что там предлагается. Потом мы достаточно быстро уехали во Францию. Отец у меня композитор Юрий Гальперин, с которым я занимался уже, наверное, с 10 лет музыкой и композицией. По сути, был единственный мой педагог. Вот, мы переехали во Францию, когда мне было 16, и я продолжал какое-то время по кларнету, потом мне стало очень скучно играть на кларнете. Я понял, что хочу заниматься только композицией. И как-то сразу было желание заниматься музыкой именно кино. Ну и как-то связанное с изобразительным рядом. Спектакль, театр, реклама. Мне было интересно работать с картинкой. Вот. И постепенно как-то что-то начало получаться. Были какие-то короткометражные фильмы, были какие-то рекламные ролики. Короткометражки выстрелили, были там большое количество фестивалей, пользуются успехом. Как-то меня это привело к полнометражному кино. Вот. И вот можно сказать, что последние 8 лет, 8-9 лет я занимаюсь исключительно полнометражным кино. То есть случается, конечно, делать какие-то другие работы, заказы, но 90% моей деятельности это полнометражное кино. Конечно, я французский композитор, я здесь живу, я здесь работаю, но то, что я живу во Франции, это позволяет работать с очень большим фильмом, с очень большим количеством фильмов из других стран. Потому что Франция это такой как бы центр, киноцентр европейский, куда съезжается очень много людей из Азии, из России, и из латинских стран. Потому что французское государство поддерживает кино, дает деньги на копродакшены. И поэтому мне часто удавалось, и мне это очень нравится, и очень хочется продолжать на этом же пути, работать с иностранными фильмами. Даже если само по себе французское кино для меня никогда не являлось, то есть сегодняшнее французское кино для меня не является чем-то, какой-то целью, это не то кино, которое мне нравится, может быть, больше всего в своей глобальности, но возможность работать здесь с режиссерами крупнейшими, которые приезжают со всего мира, это, конечно, возможность потрясающая. За последние несколько лет такие самые знаковые французские фильмы, на которых я работал, это, пожалуй, такой детский фильм человека, который получил Оскар за свой документальный фильм, который назывался, по-моему, «Походка императора» и «Походка пингвина» по-русски. Следующий его фильм был «Девочка и лисица», и к нему я уже писал музыку. Потом уже были более взрослые фильмы, был такой фильм, который был продюсирован Люком Бессоном, который назывался «Человек, который хотел остаться сам собой», что-то там такое, «Лёмки в любви в Васаре», с очень известным французским актером Роман Дюрис, Катрин Дене и так далее, там был такой очень крупный кастинг. Этот фильм получил большой успех, и, может быть, впервые музыка по-настоящему была отмечена. И пресса, и публика, они много говорили.